Перед отъездом из Санкт-Петербурга решил снова посетить Исаакиевский собор. Вспомнил, что здесь не был почти 10 лет. В 2008 году праздновалось торжественно 150-летие освящения Исаакиевского собора. Здесь тогда была торжественная служба, одна из первых таких торжественных служб, проводимых в этом храме. Сейчас официально богослужение проводится в левом пределе. Остальной храм является музеем. И вот каждый раз, приезжая сюда, опять еще с далеких времен, не перестаешь удивляться этому собору, всему, чему здесь, что здесь есть, начиная от величия и грандиозности этого замысла, вплоть до исполнения икон, качества, в частности, мозаики, отделочными материалами, какими-то деталями, всегда на что-то обращаешь внимание. То, что когда-то, может быть, в свое время уходило из поля зрения, конечно, интерьер этот поражал всегда. Но вот каждый раз, когда сюда приезжаешь, но бывает это вот раз несколько лет, когда посещаешь Исаакиевский собор, всегда здесь видишь что-то новое. Вот еще помню, например, когда здесь был маятник Фуко, все на него обращали внимание, но мало кто обращал внимание на этот прекрасный мозаичный пол, сделанный из мраморной мозаики. Все думаешь, каких трудов стоило доставить этот материал сюда. Ведь по большей части он добывался не только в Северном Приладожье, но какие-то породы привозились из далекой Италии. Вот когда бы был в Италии, видел, конечно, там каждый храм отделан разноцветными мраморами. Но одно дело создать там, а другое дело создать здесь, в северной столице. Чего стоит, например, вот эта роза ветров, расположенная под главным куполом, сделанная с применением розового тевдийского мрамора. Всегда не перестает поражать вот эта уникальная зеленая малахитовая колоннада. Чудотворная Тихвинская икона Божьей Матери. В то время, когда здесь был музей, еще в советские времена, киот был пуст, и никто не говорил, где же находится эта чудотворная икона. Один из списков великой святыни, находящейся в городе Тихвине, в Тихвинском монастыре. Но, тем не менее, икона была возвращена на свое исконное место. Специальный киот Исаакиевского собора. Не перестаешь восхищаться не только величием, но вот этими отделочными материалами. Как известно, академик русский, минералог, академик Ферсман сказал, что это великолепный музей подделочного камня. Каких тут не увидишь только сортов мрамора, различные другие камни. Не перестаешь восхищаться каждой детали. Не мудрено, что на все на это ушло 40 лет.
несколько лет назад, когда праздновал, уже как несколько лет уже, не верится, уже почти 10 лет назад, когда праздновалось 150-летие освящения Исаакиевского собора, была очень интересная целая серия фильмов, посвященная этому собору. Наверное, ничего лучшего, подробного не было создано за всю историю этого памятника, где рассказывались все те люди, которые создавали этот храм, периоды, которые он создавал. Вчера, кстати говоря, я видел в музее Академии художеств макет Исаакиевского собора, двух соборов, который построил Антонио Ринальди, и нынешнего собора архитектора Монферрана. Известно, что все-таки вот алтарная часть, она сохранилась от Антонио Ринальди. Говорит, даже здесь есть какие-то фрагменты сохранившиеся. Но я, к сожалению, вот их никогда не видел. Также восхищают две лазуритовые колонны. Почему-то необыкновенно люблю вот эти, наверное, три отделочных камня. Малахит, лазурит и еще розовый орлец, родонит. Здесь он как-то особо, в общем-то, не представлен, но тем не менее, вот внизу вот эти парапеты. Сначала, когда заходишь, обращаешь, конечно, внимание на что-то самое общее, самое грандиозное, а потом на все вот эти вот какие-то детали. Удивительное сочетание яшмы, малахита и лазурита. Не знаю, вспоминаю, даже в Западной Европе есть ли такой собор, где было бы столько применено отделочных камней? И не просто мраморов, а вот тех, которые называются уральские самоцветы. В этот раз, когда приехал в город, думал сходить все-таки в Исаакиевский собор. Но каждый раз, когда проходил, думал, ну непременно надо зайти. Вот сама эта архитектура, она как-то привлекает, как-то тянет вот это величие, грандиозность зайти, посетить. И все-таки вот сегодня, уже перед отъездом из моего самого любимого города, из северной столицы, я решил зайти в Исаакиевский собор и планирую подняться на колоннаду, где не было вообще уже столько.